Я вижу Россию большой, профессионально развитой, экономически образованной страной, где живут люди, которые зарабатывают достаточно большие деньги, которых им хватает и на пропитание, и на духовное развитие. То есть я вижу Россию цветущей страной. Но я также вижу, что для того, чтобы к этому прийти, нужны очень серьезные политические, экономические и прочие другие решения, которых я пока не вижу в нашей стране. Поэтому я за то, чтобы Россия была страной с будущим. И очень важно, чтобы это поняли на самом верху, и этот тренд был бы замечен.